28 июля в Новополоцке пройдет электронная ярмарка вакансий для граждан предпенсионного и пенсионного возраста. Общение соискателей с нанимателями пройдет на сайте evacancy.by с 10 до 12 часов. Здесь можно будет задать интересующие вопросы и записаться на собеседование. В день 170-летия пожарной службы Беларуси более 70 молодых сотрудников МЧС Витебщины приняли присягу. Церемония прошла на площадке перед облсполкомом. Слова на пустыне новому пополнению также адресовали заместитель главы области Вячеслав Дурнов и начальник областного управления МЧС Сергей Мелешкин. Новым резидентом технопарка Полского госуниверситета стал «Софтметалл». Предприятие в качестве инновационной разработки представило аппарат сердечно-легочной реанимации «Магистр». К слову, «Софтметалл» стал третьим резидентом ПГУ с начала 2023 года. 28 июля в Центре ремесел и традиционной культуры Новополоцка пройдет мастер-класс под качеству травами. Его участникам предложат сделать панно из трав. Начнется мероприятие в 16 часов. Предварительная запись по телефону 50 32 82.